Доброго времени суток. Сейчас решил рассказать такую небольшую историю, ну и в целом, что вообще будет происходить. Я помню, в одной игре Raid Shadow Legends, я когда в нее раньше играл, там был такой некий стример, ну, кто играл, по-любому его знает, Картман. Вот он в этой игре пытался выбить дракоморфа, он очень нехило задонатил, ну, либо ему он просто сказал, что задонатил, а разработчики ему давали так же, как мне здесь, карточки. И, в общем, он открыл очень большое количество карточек, и он не мог выбить дракоморфа. У всех уже он практически был, топовых стримеров, он прям целенаправленно его пытался выбить, и никак у него не получалось. И в итоге, спустя какое-то время, ему просто разработчики нарисовали этого дракоморфа, ну, образно сказать, подарили, чтобы он мог продолжать снимать качественный контент, потому что с этим дракоморфом можно было очень много видео снять. Я к чему? К тому, что когда разработчики лояльно относятся к своим, скажем так, стримерам, тем, кто рекламирует, и те, кто продвигает их игру, тогда и у самих стримеров, у них очень большое желание снимать по этой игре, делать что-то качественное. А в этой игре здесь абсолютно ничего нет. К чему я сейчас веду? К тому, что поддержка мне никак не помогла с моим решением вопроса. Я просто тупо закрыл запрос, потому что я не хочу свои тратить нервы, тратить свое время на переписку с идиотами. Но по-другому я не могу никак сказать. И в связи с этим, еще один момент. Я когда пытался разговаривать с разработчиками, чтобы они как-то либо увеличили награды, либо что-то в них добавили, либо они сделали таким образом, что они стали какими-то целенаправленными, что ты снимаешь более качественный контент, тебе начисляют более большое количество там рубинов, либо какую-то систематическую фиксированную оплату. Нет, они тупо, мы будем вам начислять за каждое видео, но что они сделали? Они раньше, когда начисляли за любое видео, они сейчас просто каждое видео говорят, так оно у вас однотипно, и мы не будем засчитывать это видео. То есть, грубо говоря, я делаю 30 видео, из них они у меня засчитывают только 10. Хотя они ничего не понимают, что я в них говорю, что они абсолютно разные. Но вы сами их смотрите, а их нельзя назвать однотипными, потому что у них разная целенаправленность. И в итоге за каждое, скажем так, видео я должен получить 5000 рубинов, так как я максимального уровня контент-креатор, да? И сняв 30 видео, я должен заработать 150 тысяч рубинов. Они мне начисляют только 10, за 10. То есть я трачу свою целую неделю на то, чтобы отснять эти 30 видео, а они мне по факту фиксируют только 10, а то и того меньше. Итого за место 150 тысяч рубинов я получаю 50. А есть некий Бробан, вы, наверное, все его знаете. Он снимает не однотипные видео. У него же все видео по сав. И ему за это начисляют каждую неделю от 200 до 300 тысяч видео. Ой, от 200 до 300 тысяч кристаллов. За что? Во-первых, нет никакого объяснения, когда я спросил главного ихнего. Во-вторых, когда я с ним пытался договориться, меня просто образно послали куда-то подальше. И после этого всего, из-за того, что у Бробана просто тупо накрученные подписчики, ну вы сами видели, что у него там 1300 подписчиков, а видео у него смотрят по 60 человек. То есть у него просмотров меньше, чем у меня, хотя подписчиков в два раза больше. Вот я к чему веду, к тому, что здесь нету абсолютно никакой лояльности в этой игре. Честно скажу, Акуант я в любом случае выставлю на продажу за такой достаточно адекватный ценник. Если он купится, он купится. Я попрошу другого человека Акуанта, я продолжу снимать. Но видео моих станет гораздо меньше, и уже их не будет больше в таком количестве, в котором я снимал. Может быть, это для вас и лучше. Может быть, для вас это и хуже. Я не совсем оставлю. Вот честно, я хотел бы выразить большие слова благодарности. За последние два видео я прям получил столько позитива о том, что вы мне пишете. Нету какого-то хейта, что я такой негодяй и пытаюсь опорочить игру. Нет, я услышал очень много слов поддержки. Большое вам всем спасибо. Отдельно никого не буду выявлять, кроме Василия. Василий красавчик, вообще Вася. Прям хотел эту фразу сказать. Вы все большие молодцы, спасибо вам за поддержку. Честно, вот все это время, которое я здесь остаюсь в игре, это все благодаря вам. Я не хочу из этой игры уходить только благодаря вашим шикарным комментариям, вашим просмотрам, потому что для меня это как стало уже каким-то некой второй работой, моим хобби, что я просто снимаю для того, чтобы вы смотрели, потому что иногда я слышу такие шикарные слова благодарности о том, что я не зря снимаю свой контент, и я понимаю, что я, может быть, для малого количества людей это сделаю, ну, по сравнению, если мы возьмем там каких-то больших стримеров, да, там по 100 тысяч просмотров, где по 10 тысяч просмотров. На самом деле 100 просмотров это такая мелочь, но они настолько приятны, и я понимаю, что эти 100 просмотров это вот именно те люди, которым это интересно.
В общем, я хотел сказать всем большое спасибо. Вы реально очень крутые все. Прям. Ну и, конечно же, та семья, которую я обрел, скажем так, находясь в клане Гуру, они прям тоже вот... Это те люди, благодаря которым я остаюсь в игре. Вы, кто смотрите, благодаря вам я поддерживаю свой канал на Ютубе, а играю я в игру благодаря тем людям, которые находятся со мной в клане. В общем, я выражаю всем большую благодарность, всем большое спасибо. Я очень рад, что вы есть в моей жизни.